Автомобиль прошел за 2 минуты расстояние 4 километра. Какое расстояние он пройдет за полчаса? Движение в обоих случаях равномерное и прямолинейное. Итак, поскольку автомобиль двигался равномерно и прямолинейно, значит, его скорость на всем пути была одна и та же. Обозначим ее V. Это скорость автомобиля. Запишем формулу этой скорости применительно к расстоянию S1 и расстоянию S2. То есть в одном случае V у нас есть S1 делить на T1. В другом случае V у нас равна S2 делить на T2. Если теперь приравнять правые части этих равенств, то мы исключим неизвестную нам скорость из решения и получим одно уравнение с одной неизвестной и искомой величиной расстоянием S2, которое определим из полученного уравнения. То есть S1 деленное на T1 у нас равно S2 делить на T2. В этом неравенстве у нас неизвестная S2, и нам ее требуется найти. Выражаем ее, получаем, что S2 равно S1 умножить на T2 и делить на T1. В общем виде задача решена. Нам осталось подставить значение и найти числовое значение расстояние S2. Для этого сделаем некоторые преобразования, а именно 2 минуты это у нас 2 умножить на 60 равно 120 секунд, а 4 километра, как известно, это 4000 метров. Подставим данные числа и произведем вычисление. То есть S2 равно 4000 умножить на 30 и делить на 2. Это есть 60 тысяч метров. Или же это есть у нас 60 километров. Ответ S2 равно 60 километрам.